Доброго времени суток, на связи Фриман. И сегодня у меня на обзоре пневматический, не страйкбольный пистолет Макарова МР-654К. Много о боевом прототипе. Данный пистолет был принят на вооружение в 1951 году. За счет своей дешевой цены и надежной конструкции является самым массовым пистолетом в Российской Федерации. Используется в вооруженных силах Российской Федерации и в правоохранительных органах. Имеет калибр 9 на 18 мм. Емкость магазина вмещает в себя 8 патронов. Прицельная дальность стрельбы 50 метров. Данный пистолет не предназначен для игры в страйкбол, его назначение – это развлекательная стрельба по мишеням. С точки зрения закона об оружии, оружием как таковым не является, поскольку дульная мощность энергии его не превышает 3 джоулей. Допускается приобретение данного изделия с 18 лет. Лицензия не требуется. МР-654К, так же как и его боевой аналог пистолет Макарова, выполнен полностью из стали. Рукоять здесь пластмассовая, отличается от боевой. Имеются следующие органы управления. Это затворная рама, спусковой крючок, курок, предохранитель. Также имеется затворная задержка. При помощи клавиши взводную задержку, так же как у боевого, можно спустить. Несмотря на всю свою внешнюю копейность, МР-654К, к сожалению, не имеет антуражных маркировок, но каждый пистолет имеет свой уникальный серийный номер. Для стрельбы с пневматического пистолета Макарова 654К используются стальные шарики калибром 4,5 мм. В качестве энергии выступают 12-граммовые баллончики CO2. Емкость магазина вмещает в себя 13 шаров. Одного баллончика хватает примерно на 70 выстрелов. Все зависит от темпа стрельбы и погодных условий. Сегодня на этом все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и другие соцсети, чтобы увидеть новые видео. Включайте уведомления, чтобы ничего не пропускать. Сегодня мы с вами говорили про пневматику, а не про страйкбол. Ну, надеюсь, вам было интересно. До свидания.